всем привет. Услышал новый анекдот смешной. Новый русский садится в свой 600-й Мерседес, а там шофер грустный сидит. Он говорит, а что ты сидишь-то, грустишь-то, брателло? Я ж тебе, говорит, 1000 баксов в месяц плачу. Квартиру тебе купил. На Канарах постоянно отдыхаешь. Что задумался-то? Шофер отвечает. Так вот, знаешь, Иван Иванович, я вот думаю, как бы нам нового шофера нанять?